Всем привет! Получила посылочку с Кировской области от Росляковой Любовь Анатольевны. Вот в такой милой коробочке. Ну, конечно, она еще была в пакете упакована, я уже ее распаковала. Я даже уже подсмотрела, что там внутри. И сейчас буду хвастаться вам. Буду показывать. Такая красивая, яркая коробочка. Давайте открывать. А в этой коробочке украшение на переделку. И вот такая красавица. Еще записочка есть. И вот такая красавица. Посмотрите, какая яркая, красивая кукла. Очень красивая. Такая вот. Любовь, спасибо вам огромное. Теперь и эта кукла будет красоваться на моей полочке. Рядом со всеми остальными игрушками. Ну а теперь давайте рассматривать украшения, которые Любовь прислала на переделку. Это жемчуг. Нить жемчуга. Вот такая вот длинная ниточка красивого жемчуга. Жемчуг собран через узелок на ниточку. Поэтому каждую жемчужинку нужно будет мне расстричь, освободить от узелка. Обязательно искупать. И что-нибудь будем сочинять. Но жемчуг хороший. Понятно, что он, конечно, весь разной формы. Но тем не менее, жемчужинки здесь хорошего качества, не пошорканные, бусики практически новые, а может быть даже и новые. Прям вот все такие аккуратненькие, чистенькие. Давайте посмотрим, что нам Любовь Анатольевна в записке написала. Лариса, большой привет! Пишет вам Люба, мы с вами договаривались на переделку жемчуга. С посылкой я задержалась по здоровью, но сейчас все нормально. Сережки я люблю маленькие и с английским замочком. Браслет примерно 20 сантиметров. Мне очень нравится ваши влоги смотреть. А кошки ваши просто прелесть. У нас тоже в 2019 осенью пришла кошка Лиза. Муж ее обожает. Ей примерно 4 года. Лариса, так как я живу в Кировской области, а она славится дымковской игрушкой, я посылаю вам в подарок маленький сувенир. Желаю вам здоровья, семейного счастья, успехов во всем и делайте красоту всегда. И делайте красоту. Всегда любуюсь. С уважением, Люба. Любовь Анатольевна, я вам еще раз хочу сказать огромнейшее спасибо вот за этот сувенир. Огромнейшее спасибо. Так, ну все. Сейчас буду с Любовью Анатольевной списываться. Будем с ней обсуждать, что мы будем делать из этого жемчуга. И приступаю к работе. Поэтому надолго с вами не прощаюсь, потому что у нас работы всего одна ниточка. До встречи! Ну вот и все. Переделка закончена. Давайте скорее рассматривать, что у нас получилось. А получилось у нас вот что. Мы решили жемчуг соединить с аметистом.
Я, конечно же, предлагала разные варианты, разные бусины-компаньоны к жемчугу, но любовь остановила свой выбор именно на аметистах. И я хочу сказать, что аметист, в принципе, даже очень хорошо смотрится с жемчугом. Я уже соединяла таким образом жемчуг. Предлагала еще розовый кварц сюда, ну, вместо аметистов. Ну вот, любовь решила все-таки остановиться именно на аметистах. Круглые аметисты 8 мм я поставила в рамки. Здесь под рамками стоят тоже бусинки такие лавандового цвета. Мелкие-мелкие, как бисеринки. Это такой аметист. Это аметист 2 мм граненый. Очень красиво смотрится. Он нежно-нежно. И слегка вот так вот прям мерцает. Ну, а здесь чуть повыше я, конечно, уже галтовку разместила. Далее, чуть выше еще, опять же, круглые бусины аметиста и малюсенькие-прималюсенькие бусинки аметиста. Слишком много фурнитуры я ставить не стала в это украшение. Добавила шапочки лишь вот по низу. Здесь стоит самый крупный жемчуг. Это я уже свой жемчуг поставила. Он очень крупный. Я не знаю, миллиметров, наверное, 10, а может даже 12. Камера, может быть, не передаст, но жемчуг крупный. Дальше уже весь жемчуг у нас стоит, жемчуг любови. Любовь меня попросила сделать ожерелье именно 80 сантиметров, чтобы было. Поэтому вот такую длину я и сделала. Сначала предложила я двурядное колье сделать, но любовь отказалась. Ей вот хочется именно вот в таком варианте, одной нитью, чтобы колье было. Ну, видимо, под какой-то определенный наряд, может быть. Может, просто человеку удобно носить бусы именно вот в одну нить. Также я пробовала разные варианты сборки этого украшения. И бусины в рамки я ставила наверх, а аметисты ниже. Ну, опять же, вот остановились именно вот на этом. Любовь выбрала именно этот вариант. Удлиняющей цепочки нет в колье, потому что, ну, любовь попросила именно такой размер сделать. И именно такой размер я и сделала. Собрала бусы именно в таком размере. Так, есть у нас еще серьги и браслет. Сейчас с вами будем их рассматривать. Сережки получились, на мой взгляд, прямо такими миленькими-миленькими. Любовь попросила серьги сделать не длинными. И чтобы камень был ближе к уху, к мочке. Чтобы ближе к мочке уха располагался камень. Поэтому я собрала именно вот в таком варианте. Жемчуг постаралась выбрать одинакового размера. Ну, более-менее подходящие по размеру две жемчужинки. Опять же поставила мелкие аметисты. Почти как бисер. И вот такие вот симпатичные швензы. Мне кажется, смотрится очень нежно. Вот так это будет смотреться вместе с бусами. Давайте сейчас посмотрим браслет. Так как жемчуга у нас оставалось еще очень много, то мы решили браслет собрать именно вот такой многорядный. Это все бусины, это все жемчуг любови. Вот такой многорядный на мемори проволоке. Очень хорошо зафиксирован на руке. Мемори проволоку я беру маленького размера, поэтому она на руке держится крепко. Ну и еще браслет можно носить вот так. На кончиках браслета мелкий аметист. Такие завлекалочки.
Можно его развернуть вот таким образом. Ну и вот так будет комплект смотреться полностью, все вместе. Браслет вместе с сережками будет тоже отдельно от бус смотреться очень даже хорошо. Чисто серьги и браслет. Мне кажется, так нарядно смотрится, женственно, нежно. Даже так немножко воздушно. Вот я именно про браслет. Ну вот и все. Такое коротенькое у нас сегодня видео. Потому что комплект всего лишь один. Хотя, конечно, из такого количества жемчуга можно было собрать и два комплекта. Ну, любовь пожелала один. Один и именно вот в таком варианте. Я, конечно же, с удовольствием выполнила ее просьбу. И надеюсь, что вы, любовь, будете с радостью носить это украшение. Огромное спасибо всем моим зрителям. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Кому понравилось видео, поставьте пальчик вверх. Кому не понравилось, можно поставить пальчик вниз. Я буду рада вашим комментариям. И буду рада, если вы этим видео поделитесь со своими друзьями. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч, до нового видео.